И к другим темам. В Одессе продолжают работать так называемые парковочные гангстеры. К счастью, арендаторов парковок договоры уже расторгнуты, но они все равно продолжают нелегально работать. Мошенники устанавливают любые тарифы, какие им захочется. Хотя в городе существует фиксированная стоимость парковки – 5 гривен в час. Некоторые так называемые парковочные гангстеры собирают и называют иногда 20 гривен, 10 гривен, а для иностранных, для машин на иностранных номерах вплоть до 50 гривен в час. По словам вице-мэра, самый оптимальный вариант по обслуживанию всех парковок – передача его в управление коммунальному предприятию. В этом месяце мэрия планирует реализовать пилотный проект «Идеальная парковка». Он предусматривает установку современных паркоматов. Они позволят платить с помощью СМС и будут показывать, есть ли свободные места. Также планируют разработать специальное мобильное приложение для водителей.